Железнодорожный переезд, 1101 километр в поселке Шмидта. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей. Чтобы пропустить поезд, ждать приходится по 10, а то и 30 минут. Самые нетерпеливые идут на риск, пытаются проскочить на красный. Штраф за такое лихачество – 1000 рублей, либо лишение прав от 3 до 6 месяцев. Все нарушения фиксируют камеры видеонаблюдения, установленные 2 года назад. Информация в режиме реального времени появляется в ГИБДД. Нарушителей, конечно, меньше стало, намного, как камеру поставили. Нарушают уже в основном, у кого номеров не видно или кто свои номера закрывает. А так уже они приезжают, боятся. Впрочем, бояться, говорят инспекторы ДПС, надо не штрафов, а несчастных случаев. Платой за спешку может стать не только разбитый автомобиль. В прошлом году в результате ДТП, спровоцированных автолюбителями, пострадало 12 человек, один погиб. Поезда, следующие по главным путям, они идут со скоростью 80 км в час. При экстренном торможении самый минимальный короткий путь остановочный, его может быть 400 метров. Это самый минимальный. Чтобы минимизировать число ДТП, на этом железнодорожном переезде установят так называемое противотаранное устройство. По сути, это тот же шлагбаум, только сделан он будет из толстого металла и перекроет всю проезжую часть. Проскочить на красный уже не удастся. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.